в музыкальной среде уже называют не иначе, как предательством. Как можно жить, выступать у себя в стране и плевать в колодец, из которого ты пьешь? А те люди, которые позволяют себе переступать грань и черту дозволенного, должны быть просто наказаны. Если что-то не устроит и вызовет подозрения на концертах, зрителям можно самим обращаться в прокуратуру.